Личные качества в этом имени способны достичь больших успехов в технических профессиях. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Буква «Н» приносит в характер отрицание и сомнение. Звук «В» в этом имени заставляет человека сначала тщательно планировать свое будущее, а затем биться за выполнение своей фантазии. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Звук «Е» предполагает возможность нервных срывов на почве непростых взаимоотношений с близкими людьми. Способность не обманываться видимостью, а вникать в существо. Могут занять круговую оборону, отречься от внешнего мира или занять позицию страуса, прячущего голову в песок. Носители этого имени ответственны в работе, но не стремятся к получению важных должностей. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Подсознательно звук «Е» в этом имени воспринимается спокойно, без раздражения. Эти люди ответственны и терпеливы, однако в работе проявляют незаурядный ум и способны достичь больших успехов. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Обладатели буквы «Н» в этом имени отличаются стойким характером и умом. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Дружелюбные, носители оригинальных идей, которые на первый взгляд могут показаться сумбурными, но часто они содержат ценное зерно истины. Наделяет ощущением, что жизнь не бесконечна и не следует откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Нужно действовать каждую минуту эффективно. Звук «А» в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Обладает богатым воображением и высокой интуицией. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Острый критический ум, усердный работник, но не переносит безрезультатного труда. Бывает, что обладатели буквы «В» в этом имени являются романтическими натурами. Они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Буква «Ф» в этом имени дает человеку брезгливость и недовольство. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Данное имя связывает с красотой, парадностью и в то же время замкнутостью и ограниченностью из-за звука «Д». Человек с этим именем наделен большой духовностью, стремлением к возвышенным чувствам, ко всему прекрасному. Звук «Е» также говорит о легкой приспосабливаемости, сексуальности, нередко подавляемой закомплексованностью. Этим людям нужно быть в центре внимания, но при этом они дружелюбны. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.